С победой, конечно, да, и комментарии по этому матчу. Congratulations on the win and please your comments on this game. It was a big thing for us to score a lot of goals and get the confidence going. That's... Хорошая, важная игра получилась для нас. Много голов забили. За счет чего, в чем все-таки превзошли Амур? What do you think was the advantage? Why did you win so? We wanted to play hard and of course we lost to Kazan. It's been a little bit roller coaster this season, so it's a new year, we want to play good and мы вышли с настроением сыграть сильно. В этом году у нас такие горки американские, играем нестабильно. И вот после этой игры в Казани мы хотели сыграть с настроением сегодня. Вот легионерское звено сегодня выдало такой результативный матч. Какой-то особенный настрой у них был или все так сошлось? And the import line was scored so much today. Did you have such a mindset today or just accidental? I think we've been playing good, but we haven't scored as much lately. And we just been talking that if we keep doing what we do, it's gonna start to go in. And today, everything felt good, and we started to score. Мы, в принципе, играли так же, как и раньше играли, просто раньше как-то не заходило, не давалось забивать. Мы продолжали свою играть, сегодня прорвало. Хитрик Кемпанина, как-то по-особенному его поздравили сегодня. Кемпанин has made a hat trick. Yeah. Have you congratulated him of in course, a special way? Yeah, of course. Yeah. Конечно. Yeah. Что-то подарили? Did you present him something or did you tell him anything? No. I just said congrats. It's, I don't know if it was his first hat trick in his career, so. Не, ничего не дарили, просто сказали поздравляем. Я не знаю, это первый ли у него в карьере был хет-трик. Ну, в КХЛ точно. In KHL the first one. Ну и по сборной Финляндии, который выиграл молодежный чемпионат мира, хотелось бы узнать, следил ли он за чемпионатом мира, разговаривали бы его. Did you follow the junior world championship, which Finland won? Конечно, конечно, следил. В раздевалке как обсуждали вообще? Did you discuss that in the locker room? Guys, congrats in the afternoon when we came at the game, but it's nothing big. Ну да, обсуждали, конечно, в раздевалке, когда встретились вот здесь. А в НХЛ вот игроки делают символические ставки на свои сборные. Было ли здесь у них такое? In the NHL, players bet on the fourth round games. Did you practice this? We actually would bet with the guys if the Russia would play in the finals, but they didn't, so we haven't. Мы думали о том, чтобы делать ставки, если бы Россия играла в финале, но, к сожалению, этого не случилось.